снизить число абортов и повысить рождаемость. Такова цель у масштабной акции «Подари мне жизнь». В ее рамках в Республиканском центре охраны здоровья, семьи и репродукции проходят дни открытых дверей. Ежегодно в Дагестане регистрируется около 5000 абортов. Прервать беременность вынуждают медицинские показания, личное желание или жизненные обстоятельства. Аборт не проходит бесследно, как для физического, так и для эмоционального состояния женщины. Зачастую приводит к необратимым последствиям, лишая ее возможности в будущем иметь детей, говорят специалисты. Важным осложнением после аборта является бесплодие, невынашивание, где страдает каждая третья женщина. 2/3 мертворождения связано с последствиями аборта. У каждой десятой женщины возникает воспалительные заболевания женских половых органов и ряд других гинекологических заболеваний. Однако запретить аборты невозможно, так как необходимо прерывать беременность по медицинским показаниям. Когда имеются такие тяжелые соматические заболевания со стороны сердца, почек, печени, где беременность абсолютно противопоказана. Каждый год в регионе снижается число абортов, однако эта проблема остается актуальной. На протяжении нескольких недель в Республиканском центре охраны здоровья, семьи и репродукции пациенты смогут пройти консультации акушеров-гинекологов и андрологов по профилактике абортов, контрацепции и по улучшению репродуктивного здоровья. Работает и телефон горячей линии. Его номер вы видите на своих экранах. Главная цель акции – сделать рождение каждого ребенка желанным. Дни открытых дверей продлятся до 23 июля. В России по статистике в интернет-запрос «Как сделать аборт» ищут до 30 тысяч человек в день, а «Как предохраняться от нежелательной беременности» – только 10 тысяч. Хотелось бы отметить, что аборт не должен быть методом регуляции рождаемости, поэтому ждем вас в нашем центре для грамотной консультации нашими специалистами.